Доброе утро, мы начинаем наш вебинар. Сейчас перед вами появится презентация, я надеюсь. Напишите мне в чате, пожалуйста, вы меня хорошо видите и слышите. Так, есть, Надежда Александровна пишет. Коллеги, если можно, напишите, пожалуйста, откуда вы подключились к вебинару, потому что я думаю, что всем будет приятно посмотреть, кто еще у нас участвует. А есть ли кто-то из вас, кто в вебинаре участвует впервые? Если кто-то впервые, напишите «впервые». Так, Московская область, Донецк, Приморский край, Новосибирск, Серпухов – это Московская область, Калуга. Замечательно. Коллеги, ну поскольку впервые никого нет, я чувствую, Саратовская область, тогда просто скажу, что в конце вебинара все получат сертификат в электронном виде, сертификат участника. На экране будет подробная информация о том, как этот сертификат получить, и вы сможете его скачать. Ну что ж, давайте тогда начнем. Мы сегодня задержались на 4 минуты с началом, ну ничего страшного, вебинар не очень длинный, и я хотел бы, чтобы он у нас получился не только информационный, но и тренировочный. Тема вебинара звучит следующим образом. Обучение смысловому чтению в 5-11 классах. Эффективные приемы и контроль результатов. Вы знаете, вообще тема смыслового чтения, она довольно интересная, потому что мы сегодня посмотрим на следующий вопрос. Во-первых, что такое смысловое чтение? Это что-то особенное или это вещь, которую просто придумали новое название, а это все давно известно было? В чем его отличие от других видов чтения? Потому что мы все знаем, разные виды чтения есть, и ознакомительные, просмотровые и так далее, и на русском языке, и на английском методические термины. Какие приемы помогают обучать смысловому чтению? Посмотрим на них. И, наконец, как можно контролировать умение смыслового чтения, причем еще в таком виде сделать этот контроль, провести, чтобы ученикам было не скучно, а наоборот им хотелось читать. Самая большая проблема. На самом деле. Коллеги, давайте начнем вот с чего. Я вам покажу два утверждения, а вы мне напишите, пожалуйста, вы с ними согласны или не согласны. Итак, первое. Если в тексте вы знаете значение каждого слова, значит ли это, что вы понимаете текст? То есть вы каждое слово знаете, что означает. Согласны ли с тем? Вот ученик ваш знает, вы каждое слово может перевести, и он текст понял. Посмотрите, сразу несколько человек пишут, что нет. Хорошо, следующий вопрос тогда. Если ученик может ответить на вопросы по тексту, например, вопросы, кто сказал, почему, вернее, кто сказал, где произошло, когда произошло, значит ли это, что он текст понял? Так, те же участники пишут, да, понял, кто-то пишет, нет. А давайте проведем маленький эксперимент, коллеги. Итак, посмотрите, пожалуйста, я вам привожу цитату, а это цитата из Википедии, описание того, что это за язык, C++. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то слова, значение которых вы не понимаете? То есть слово, которое вы не смогли бы перевести на русский язык в этом описании, то, что курсивом дано. Посмотрите. C++ is a general-purpose programming language. It has imperative, object-oriented and generic programming features, which also, while also providing facilities for low-level memory manipulation. То есть слова все понятны. Можете ли вы ответить на эти вопросы? Или есть какие-то слова, которые непонятны? Все понятно. Слова знакомы. Можем ли ответить на вопрос «What kind of language is C++?» Я думаю, что можно. It is a programming language. Правда? What programming features does it possess? Опять же, можно их перечислить. Imperative, object-oriented and generic programming features. И, наконец, What facilities does C++ provide? Low-level memory manipulation facilities. Коллеги, ну вот вопрос все-таки такой. А скажите, пожалуйста, можете ли вы сказать, то есть все слова вы знаете, на вопросы мы с вами ответили нормально. Скажите, пожалуйста, можете ли вы заявить, что вы этот текст поняли? А как вы считаете? Не совсем. Вы знаете, я вам честно скажу, я тоже не могу сказать, что понял этот текст. Он для программистов. Я могу догадаться о значении каких-то вещей, при том, что я четко могу перевести каждое слово. И на вопросы мы ответили. А все равно текст непонятен, потому что мы не знаем, что такое low-level memory manipulation, чем он отличается, например, от high-level. Правда? Мы не знаем, какие такие imperative programming features и так далее. То есть за каждым словом, кроме прямого значения, есть очень много смысла разного. Вот Вера Аверина пишет, if we are program engineers, но вопрос-то к вам конкретно, к преподавателям английского. Мы все слова знаем, грамматика здесь простая. Перевести мы сможем. На вопросы, контролирующие понимание, мы тоже ответили. Понимание информации.
А смысл текста от нас ускользает, правда же? Почему так происходит? Есть разница между значением слова и его смыслом. Лев Семенович Выгодский в 1934 году в работе «Мышление и речь» писал следующую вещь. Если значение слова является объективным отражением системы связи и отношений, то есть значение – то, что мы с вами поняли в этом тексте, то смысл – это привнесение субъективных аспектов значения, соответственно, данному моменту и ситуации. А можно немножечко уточнить, другими словами точнее переписать, не так, как психолог пишет. То есть другими словами получается, посмотрите, я вам хочу привести в качестве примера один из анекдотов, чем значение отличается от смысла. Он перед вами на экране, я с вашего позволения прочитаю. A linguistics professor was lecturing to his class one day. In English, he said, a double negative forms a positive. In some languages, it's like, I was not unaware. It has a positive meaning. In some languages, though, such as Russian, a double negative is still a negative. Нет, никогда. However, he pointed out, there is no language wherein a double positive can form a negative. A voice from the back of the room piped up. Yeah, right. И вот у нас как раз пример того, что yeah, right, значение положительное, как раз то, о чем профессор говорит, правда? А смысл как раз отрицательный. Так же, как по-русски мы говорим, ну да, конечно. И вот это вот, ну да, конечно, очень сильно зависит от интонации. Если мы скажем, ну да, конечно, мы подтверждаем и соглашаемся, если мы говорим, ну да, конечно, то интонация меняет совершенно значение на противоположное. Вернее, не значение, а смысл этой фразы. Правда же? То есть, коллеги, я думаю, мы с вами, скорее всего, согласны с тем, что значение и смысл – это не совсем одно и то же. Смысл невозможно создать, если у нас нет значения, но значение от нас не зависит. Вот есть значение слова или фразы, оно и существует. А смыслом мы его сами наделяем. И давайте мы как раз и посмотрим. То есть мы как раз с вами и подходим к тому, что же такое смысловое чтение. То есть посмотрите, пожалуйста, есть чтение с извлечением информации, а есть чтение смысловое. Вот при смысловом чтении читатель не просто извлекает информацию, он ее интерпретирует, он ее наделяет смыслом, он ее осмысливает и извлекает смысл, который может быть скрытым, он на поверхности не лежит. То есть на самом деле вещь довольно сложная. Скажите, пожалуйста, бывают ли у вас такие ситуации, когда у вас ученик текст прочитал, вроде бы на вопросы ответил, а вы видите, что текста он так и не понял? Вы знаете, иногда даже не с учениками такое бывает. Бывает, вот Наталья пишет, Людмила пишет. Да, к сожалению, бывает. Это зависит еще от того, насколько человек опытен как читатель, потому что когда читатель неопытный, он просто реконструирует значение текста. Он переводит слова для себя или он их осознает без перевода. Тут неважно, каким методом он пытается прочитать, переводным, непереводным. Он достаточно, может быть, английским хорошо владеет, чтобы понимать слова, не пытаясь переводить на русский язык. Да и мы пытаемся учить так, чтобы ребенок себя не переводил все-таки. Но это чтение с извлечением информации. А вот как только у более опытного читателя появляются смысловые догадки в процессе чтения, это уже говорит о том, что появился опыт и начинает зарождаться смысловое чтение. И вот как коллеги пишут, зачастую это зависит от кругозора. Действительно, тот самый пример с язык C++, то, что мы с вами видели, вот этот. Когда вроде бы и понятно каждое слово по отдельности, а общий смысл от нас ускользает, по крайней мере, он явно не полный. Правда же? Вот как этому смысловому чтению научить? Можно ли сказать, что, как бывает, вырастет сам научится ребенок, или смысловому чтению надо учить? Конечно, учить надо. И учить можно. Но другое дело, нужно понимать, а всегда ли смысловое чтение требуется? Давайте мы посмотрим с вами на разные примеры текстов, которые мы с вами читаем в жизни, и попробуем сказать, вот какое здесь чтение важнее нужно в этой ситуации? Информационное или смысловое? Расписание уроков. Какое здесь чтение требуется? Есть ли какой-то глубокий, конечно, информационный, никакого глубокого смысла в расписании нету. Нам надо знать, вот у нас в понедельник второй урок, что это будет, английский или физкультура у этого класса. Надо мне к нему идти или они пойдут в спортзал. Следующее, инструкция к стиральной машине. И это чтение информационное или чтение смысловое? Информационное, конечно же. А вот кто-то пишет смысловое. Вы знаете, стиральная машина там глубоких смыслов осмысливать не требуется. Там нужно четко знать, сколько порошка засыпать, в какое отделение и какую кнопку после этого нажать для какой ситуации. То есть мы не выводим никаких значений. Смысловое, когда мы значение выводим. А здесь чистая инструкция, тут просто информацию понять. Здесь достаточно reading for specific information, то, что называется. Стихотворение. А вот когда мы стихи читаем, какое там, вот здесь как раз смысловое. Более того, бывают такие стихотворения, которые
кажутся очень простыми, но одна только строчка может все изменить. Мы сейчас посмотрим с вами на пример стихотворений, попробуем разобраться, что же, в чем же там смысл заключается. Рекламное объявление. Что здесь требуется? Вот тут ответ может быть менее однозначен. Кому-то достаточно информационно прочитать, ага, я знаю, сколько, какие скидки в этом магазине. А кому-то рекламное объявление может нести какой-то еще смысл. Например, ой, мне какую-то предлагают ерунду купить. Судя по тому, как это рекламное объявление написано. Здесь уже зависит от того, какое это объявление. Одно дело рекламная листовка, на которой скидки написаны, а другое дело, я не знаю, там реклама каких-нибудь услуг экстрасенсорных или еще каких-то вещей. То есть здесь уже зависит от нашей цели в чтении и от ситуации. И рассказ, ну, рассказ здесь, как правило, чтение смысловое все-таки идет, потому что мы извлекаем информацию, но на основе этой информации мы строим свой смысл. То есть, коллеги, давайте мы с вами посмотрим на пример такого смыслового чтения. Вот стихотворение. Была такая американская поэтесса Сара Тисдейл, у нее замечательные стихи, это поэтесса первой половины 20 века. Давайте мы посмотрим на это стихотворение. Я прочитаю вам его. Оно называется «I shall not care». «When I'm dead, and over me bright April shakes out her rain-drenched hair, though you should lean above me broken-hearted, I shall not care. I shall have peace, as leafy trees are peaceful, when rain bends down the bough, and I shall be more silent and cold-hearted than you are now». Пока вы читаете стихотворение, отвечу на вопрос Елены, информационное чтение равняется просмотровому? Нет, не только просмотровому. Информационное чтение – это чтение, где главная цель – извлечь информацию. Просмотровое, поисковая информация, reading for detail и так далее. Но если у вас фокус на информации, вот узнать, что, где, когда на конкретные вопросы мы с вами отвечаем, неважно, мы можем весь текст пробежать глазами и так далее. Но если главная цель – извлечь информацию, то это информационное чтение. Если понять, почему так? О чем хотел сказать автор? Какое это может иметь отношение к вам? То это скорее чтение смысловое. Итак, коллеги, вот, кто-то видит сразу как учитель свое то, что Вера Аверина пишет. Conditional one, grammar example. Скажите, пожалуйста, если мы прочитаем это стихотворение, можем ли мы сказать, например, какие отношения у автора этого стихотворения и у адресата стихотворения? Видите, неразделенная любовь, все сразу сказали. И это понятно. И для этого достаточно двух последних строчек, правда? Уберите две последние строчки, может быть, как ребенок говорит, ой, вы все пожалеете, когда меня не станет, и прочее. То есть мы сразу понимаем, о чем они, мы смысл извлекли. И нам как раз помогли вот эти вот, вот слово now, которое противопоставляется when I am dead, и сравнение more silent and cold-hearted, где приравнивается человек, который относится так, как почти покойник относится к кому-то. Правда же? Сожаление и прочее. А скажите, вам стихотворение понравилось? Оно действительно вот тот случай, когда очень компактные строчки передают смысл. То есть вот пример смыслового чтения. Мы можем ответить на вопросы, ответ на которых, в общем-то, он основан на информации, которая в тексте, но он может быть не очевиден менее опытному читателю. Спроси сейчас у ученика, даже если ему дать подстрочный перевод, спросить у него, о чем стихотворение, он вполне возможно не скажет. Он скажет про женщину, которая собирается умереть. И все. Пока не задашь наводящих вопросов. А у нас сразу рисуется целая ситуация. Пойдемте дальше. А вот это вот объявление, Turkey at Christmas, что здесь рекламируется? Тоже опять же все понятно, три слова и цифра. Вот Наталья пишет тур, верно. Почему это поездка, что заставило вас понять, что речь идет о путешествии? Почему, например, не рождественская индейка? Цена, верно. Ну, предлог это, да, можно было бы Turkey for Christmas. Это тур, может быть, он и не горящий, кстати, не обязательно. Но это действительно путешествие. Цена, потому что явно индейка 500 фунтов не стоит. То есть речь идет о стране, правда? Но опять, для того, чтобы понять, нам с вами потребовалось привлечь жизненные знания о стоимости туров, о стоимости птицы, какая бы она там ни была. Но все-таки, я не знаю, там даже 25 фунтов, это не 500. И так далее. То есть и о том, что может произойти, почему в Турцию могут захотеть, например, на Рождество кто-то поехать, правда же? То есть значение слова Turkey мы с вами интерпретировали абсолютно точно, но у нас сработало маркером, который показал, что это страна, а не птица, это именно цена.
И мы тут же выстроили ситуацию. Есть вообще, знаете, такой интересный подход к обучению, где говорится вот о чем. Что мы всегда выстраиваем в голове какую-то ситуацию. И исходя из ситуации, у нас выбирается язык. И мы по-разному интерпретируем одни и те же вещи. Например, если вы стоите днем на остановке, и к вам кто-то подойдет и скажет «добрый день», то вы, наверное, подумаете, ну, человек хочет спросить, когда автобус будет, или какой автобус здесь останавливается, не останавливается и так далее. Если вы идете по парку, по темному, и вдруг из кустов выходит мужчина и говорит «добрый день», то вы, скорее всего, по-другому немножко отреагируете. Вряд ли вы будете доброжелательно рассказывать, что здесь останавливается и что здесь происходит. Вы вполне возможно насторожитесь и шаг ускорите, правда? То есть вот такие ситуации, хотя одна и та же лингвистическая фраза с точки зрения языка. Итак, от чего же может зависеть смысл? Вот несколько примеров. Конечно, может синтаксис влиять. Давайте мы посмотрим кусочек, отрывок, разговор из фильма «Дживс и Вустер». Вы, возможно, знаете произведение Пиджи Вудхаус, британского писателя, про Дживса, слугу и его хозяина Вустера. Это юмористические произведения. И посмотрите, в одной из ситуаций они заходят в ресторан, и официантка обращается к Дживсу, к слуге. Она говорит, «Say, you're pretty cute, you know that?» Дживс ей отвечает, «Thank you, so I have been informed». Как вы считаете, вот этой фразой, самим построением этой фразы, что он показывает? Он выражает какое-то отношение к ее замечанию о том, что она говорит, «Ой, а ты красавчик, ты знаешь». Показывает ли он, что он хочет продолжить с ней беседу? Показывает ли он сарказм? Может быть, да. Может быть, он просто отстраняется, сразу показывает, что мы с вами ничего общего иметь не будем. То есть, эта реакция довольно холодная и отстраненная, правда же? А что нам... Превосходство вполне возможно, потому что здесь еще и инверсия, правда? So, I have been informed. Посмотрите, какие разные смыслы мы отсюда вычитываем. Но мы ситуацию четко считали. Из-за чего синтаксиса нам хватило? У нас есть инверсия... So I have been informed. И все, и нам этого достаточно. И мы тут же показываем, мы сразу понимаем, что Дживс пытается выразить, какой он в этой ситуации и какова официантка. Тоже, я думаю, что выводы сделать можно, опять же. Пойдемте дальше. Знание ситуации может помочь. Опять же, давайте посмотрим эту историю. A mother with three noisy children has been waiting in line at the supermarket. When it is her turn, the cashier asks if she would mind waiting while she runs to the restroom. The mother says, of course not. Why in the world would you think I would mind? Как вы считаете, мать вот этих троих детей, шумных, непослушных, с которыми она простояла в очереди, она действительно имеет в виду, что она совершенно не против того, чтобы кассир отлучилась в туалет, она еще постоит? Здесь сарказм, конечно же. Четко. А при этом, посмотрите, неопытный читатель, он, скорее всего, буквально прочитает текст, он этого смысла не выведет. А что нам позволило сказать, что мама, скорее всего, очень даже возражает? Почему мы решили, что это сарказм? Знание ситуации, правда же? Мы понимаем, что мама уже устала, очередь длинная, дети ее задергали, и лишнее ожидание с этими тремя детьми ей вовсе не... Ей вот эта перспектива очень-очень неприятна. Поэтому здесь сарказм. Давайте еще посмотрим, что может зависеть от чего смысл. Коннотация слова. То есть, помните, у нас есть денотат у слова, то, что оно означает, есть коннотат, который выражает отношение. Одна и та же фраза считывается совершенно по-разному. Первая фраза с разными словами «the room reeked of tobacco» – ситуация одна и та же. И вторая ситуация та же, напомню, выбор слов другой – «the room smelled of tobacco». В первом предложении, как человек воспринимает тот факт, что комната пропахла табаком? Как бы мы на русский точнее перевели бы эту фразу, первую? Воняет, верно, то есть это неприятный запах. И слово «reek» означает неприятный именно, с точки зрения того, кто воспринимает. Кому-то, может быть, табак нравится. Посмотрите, иногда рекламируют, что запах дорогого трубочного табака и виски, например, иногда в рекламе некоторых парфюмов попадается. То есть воняет, смердит, вообще слово выбрали. То есть действительно, комната провоняла табаком. А вторая фраза, как мы ее перевели бы, «the room smelled of tobacco», здесь абсолютно нейтральная. Что в комнате пахло табаком, правда? То есть совершенно другое слово. И по-русски точно так же. Пахнуть и вонять совершенно разные вещи. И иногда пунктуация имеет значение. Посмотрите на фразу. Первая. A woman without her man is nothing. И вторая фраза. Только запятую добавили. A woman without her man is nothing. Коллеги, провокационный вопрос. Вы с какой фразой скорее согласились бы, с первой или со второй?
Я понимаю, что не очень вопрос толерантный сейчас, со второй. Вы знаете, я бы тоже со второй, честно говоря, согласился бы. Но о чем это говорит? Если даже мы вопрос можем так поставить, это значит, что значение совершенно четко видно, правда? А вот кто-то сказал бы из первой. A woman without her man is nothing. Вы знаете, некоторые сексисты еще говорят, что a woman without her cat is nothing. Но это, конечно, совсем будет нехорошая штука. И, наконец, интонация. Интонация, естественно, передает тоже значение. То есть посмотрите, от чего зависит смысловое чтение. Все это непросто. И вопрос возникает, так как же вообще детей научить-то? Получается, они и значение слов должны знать, они и ситуации должны понимать. Правда же? Они еще должны интонацию улавливать. И можем ли мы вообще такого уровня понимания достигнуть за то небольшое количество часов в неделю не в углубленной школе, а в обычной? Есть ли какие-то приемы? А прием на самом деле, конечно, есть. Просто мы с тем, что мы постоянно спешим за ЕГЭ и ОГЭ, мы забываем об этих приемах, хотя на самом деле мы их прекрасно умеем использовать. А давайте посмотрим на несколько из этих приемов. Вот теперь пошла методическая часть, собственно, наконец-то, после вводно-филологической. Как же можно научить? Ну, во-первых, для того, чтобы отработать интонацию и научить передавать смысл, мы можем использовать такой прием, как shadow reading. Что такое shadow reading? Мы включаем аудиозапись текста. Ученик читает книгу, и он повторяет за диктором, стараясь максимально точно скопировать не только произношение, но еще и интонацию. То есть, да, это чтение за кем-то. Давайте я вам покажу пример. Конечно, самим нам читать не очень удобно, потому что, ну что греха таить, английский язык для нас, для всех не родной. Кто-то говорит лучше, кто-то хуже, кто-то более точной интонацией овладел, кто-то менее точной, и мы здесь рискуем, что не совсем аутентично будет. А искать где-то отдельно аудиозапись тоже не всегда просто. Я вам сейчас покажу пример такого shadow reading. Маленькое видео, сейчас оно перед вами появится, перед вами презентация исчезнет. Поэтому обратите внимание, напишите мне, пожалуйста, в чате, как только перед вами появится изображение экрана. Появилось? Итак, что такое shadow reading? Я вам показываю пример книги с озвученным текстом. Что это за книги? Мы такие книги, титул начал только-только выпускать. Посмотрите, это электронная книга, в которую встроен плеер и в которую встроен аудиотекст, записанный носителями языка. Мы видим сейчас перед собой начало первой главы книги «Barbara in Brittany». Мы к этой книжке еще вернемся, мы вот этот кусочек из первой главы еще будем читать. Но давайте мы послушаем, как это звучит. Я вам показываю видеозапись с экрана. То есть видите вверху изображение плеера, вы открыли главу, нажимаете на play, и что у нас происходит? «Barbara in Brittany», Chapter 1 of «Barbara in Brittany» by E.A. Gilley. Aunt Anne. Barbara entered the nursery with rather a worried look on her face. Aunt Anne is coming tomorrow, children, she announced. Tomorrow, exclaimed a fair-haired boy, rising from the window seat. Oh, I say, Barb, that's really rather hard lines, in the holidays, too. Just as we were preparing to have a really exciting time, sighed Frances, who was her brother's close companion and ally. I know it's a little hard, Barbara said consolingly, sitting down beside them and taking one of the twins on her lap, while the other leaned up against her. But you will all try to be good and nice to her, won't you? She went away with a bad opinion of us last time, and it worries Mother. Besides, we mustn't forget that she was Father's sister. I can't think how she ever came to be, sighed Frances. She's so dreadfully particular, and we always seem naughtier when she's here. But we'll make... То есть вот такое вот то, что вы видели, коллеги. Вот такой прием shadow reading. Кстати, скажите мне, пожалуйста, кто-то уже написал, что хороший звук и произношение. Как вы считаете, удобно ли, если у ученика, например, есть на планшете или на телефоне книга, в которой текст вот так вот озвучен, и его можно включить, следить за текстом и произносить? Здесь темп довольно быстрый на самом деле, поэтому, конечно, целиком главу никто ученика не попросит читать. Но посмотрите, какие здесь были интонационные моменты, когда и tomorrow интонацией было выделено, и прочие моменты. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, просто хотел с вами посоветоваться, какая была бы разумная цена за такую электронную книгу со встроенным звуком, чтобы одновременно была и аудиокнига, и книга вот такая? Вот Марина Константиновна пишет 100 рублей. На самом деле по 100 рублей, вот кто-то пишет 200-500, коллеги, они дешевле у нас стоят, по 100 рублей они и продаются. Я в таком плане сравниваю с бытовыми какими-то вещами, полтора десятка яиц.
фактически, если такие средние без акции, да? То есть, действительно, по 100 рублей такие книги стоят. Поэтому, если вас заинтересовало, то обратите внимание, есть такая возможность. И для учеников, и для себя. Я, честно говоря, собираюсь, пока еще остается немножко времени до сентября, а уже половина отпуска прошла учительского, а у меня пока еще не начиналось, я хочу сам немножко потренироваться с произношением и так далее. Итак, shadow reading – это хороший прием, который помогает фокусироваться на произношении и интонации, но не просто на произношении, как знаете, тренировка, артикуляция, но с точки зрения смысла, потому что художественный текст, там, где дикторы читают хорошо и они передают смысл в художественном произведении, вот это как раз моменты важные, когда нужно обращать внимание. Есть ли уровни? Нет, я скажу потом про эти книги, там уровней нет, это не адаптированные произведения, но мы с вами на текст посмотрим, для старших классов подходит вполне. Вот это, если мы говорим про серию Title Junior Classics. А какие еще приемы для обучения извлечению текста, смысла интерпретации текста существуют? Давайте мы на них посмотрим с вами. Следующий прием. Вот эти электронные книги, кстати, посмотрите, они есть в интернет-магазине, раз уж про это речь зашла. И есть несколько серий. Есть серия Title Junior Classics. Это книги, которые посильны и доступны. И доступны по смыслу, что очень важно. По ситуациям и прочим, они доступны ученикам школы. Это вот где-то 9-11 класс, зависит от уровня. Серия Title Classics. Они посложнее по языку, но это вот классические произведения. Title Action – это фантастика, остросюжетные произведения, рассказы о призраках, но довольно интересные. Ghost Stories, например, совершенно классическое произведение. У нас, к сожалению, в России этот писатель практически неизвестен. Montagu Rhodes James, M.R. James. Произведения великолепные. Там такие рассказы, но их, конечно, взрослым надо читать. Там рассказы антиквара. Вы знаете, я их впервые прочитал, когда в университете учился. Это было более 20 лет назад. Я в 98 году университет закончил. И, ну да, как раз 20 лет прошло. А я еще тогда студентом был. Я до сих пор помню эти рассказы. И вот эти все книги, к ним есть аудиоприложение. Есть два варианта. Книги со встроенным звуком, то, как мы с вами видели, они по 100 рублей. А есть вариант, когда вы скачиваете книгу, вы ее оплатили, у вас в личном кабинете появляется файл для скачивания электронной книги и файл отдельный, звуковой файл в формате MP3. То есть вы их скачиваете тогда по отдельности, можете либо как аудиокнигу слушать, вы можете в плеер, например, аудио запустить, а книжку с телефона читать и так далее. Вот такие варианты. Но пойдемте все-таки к смысловому чтению дальше. Вот пример этой книги «Barbara in Brittany». Мы почитаем еще кусочки из нее, посмотрим с точки зрения смыслового чтения. Механизм вероятностного прогнозирования – это то, что мы тренируем и то, что нужно для извлечения смысла, потому что для того, чтобы спрогнозировать, что произойдет, мы должны и ситуацию понять, о которой читаем, и как человек, скорее всего, поступит, и какие слова могут быть и прочее. Этот механизм тренируется на разных этапах. На этапе дотекстовом – pre-reading. Могут быть такие задания. Например, look at the title of the text. What do you think the story is going to be about? Или look at the illustrations. Или look at the list of words from the text. Или может быть, например, так. Look at the list of statements. Несколько утверждений. Это хорошо работает, когда информационного характера текст. Which ones do you think are correct? Это сразу запускает тогда фоновые знания ученика. Он пытается осмыслить уже не просто так информацию воспринять, а он начинает подключать свои знания и делать некие прогнозы. Затем, пока он читает текст, мы останавливаем чтение и говорим «What do you think is going to happen next?» Можно просто спросить, что произойдет. Этого уже достаточно, чтобы механизм этот запустить. Можно попросить сказать «почему?», то есть «как вы думаете?». Это более глубокий уже уровень осмысления. И, наконец, когда текст прочитали, например, мы просили сначала посмотреть на утверждение и подумать, сказать, как вы считаете, какие из них правильные. Потом говорим «Look at the list of statements again. Which ones are correct? Correct the ones that are wrong». И здесь мы уже как раз смысловые вещи исправляем. Это не только информационные вещи могут быть моменты, здесь сильно зависит от того, как мы сформулируем вопросы. Если вопросы типа «кто», «когда», «где» — это информационное чтение. Как только у нас появляется вопрос «почему», или мы пытаемся объяснить, почему мы так думаем, мы тут же начинаем конструировать смыслы. А вот примеры того, как это может быть. Например, книга серии «Read Up» для 5 класса. Здесь дети читают рассказ «Why a Kangaroo Has a Pouch». Они его читали первую часть, потом ответили на вопросы, потом «Как вы думаете, что произойдет? Почему там кто-то напуган?», а потом читаем, проверяем и затем выстраиваем. Тут довольно простые тексты. Выстраиваем рассказ, картинки в нужном порядке и прочее. А вот постарше, когда 9 класс, read up.
Посмотрите, deduction genius. Мы пытаемся сначала, просим учеников в парах расшифровать сообщение, там простенький шифр. Затем мы их просим посмотреть на картинку, а вот здесь уже пошло прогнозирование, отгадать, кто эти люди и что они делают. Да, отгадывают, а затем читают и проверяют, правильно или нет. А затем уже разного рода задания идут информационные. Давайте мы с вами потренируемся. Я взял еще одно стихотворение. Вот давайте мы себя на место учеников поставим и попробуем поотвечать на вопросы. Вот мы прям полный цикл работы сейчас проделаем на смысловое чтение с этим стихотворением. Но наша с вами задача понять не только увидеть, как это строится задание на смысловое чтение, но и подумать, это более интересно или менее интересно, чем чтение информационное. Итак, коллеги, давайте поработаем. Look at the title of the poem. It's called One Perfect Rose. Now, what do you think the poem is going to be about? Про красивую девушку. Okay. Any other ideas? About a girl. About beauty. And why do you think it is going to be about a girl? And why is it a beautiful girl? I like your ideas, but the question is why. What makes you think so? About a beautiful flower, that's a more direct meaning. Roses are usually beautiful, and girls are often compared to flowers. Okay, I'm taking you a little step further. So she's compared to a rose. Okay, now what words are you likely to see in this poem? Okay, girls love flowers, that's another reason. So what words are you likely to see in this poem? Do you think the word a rose is going to be there? Adjective. Do you think that the word adjective is going to be in the poem? Graceful, elegant, red, dewy, rose, okay, tender, petals, aroma. That's great. Any other words? Okay, these are quite enough already. Smelly. Well, if you say smelly about something, and even about somebody, it is not really a good word. It will not work with the word perfect, so it doesn't come together, okay. But that's an interesting idea, because there will be some school children who will do something like this all the time, so that's nice. Okay, now let's look, let's do some more exercises. Love, like, and grow. So here are some actual words from the poem. Look at them. He, love, amulet, fragile leaves, messenger, heart, and sent me. So what do you think the poem is going to be about? So these are words and phrases which you will see in the poem. Okay, the poem is going to be about love. Okay, what else? A man presented a rose. Okay, and what do you think the word amulet means there? Love between man and woman. Okay, that's great. Memories about lost love, probably. Okay, so she keeps this flower as an amulet. That could be an idea. Or it could be a symbol of love. That's brilliant. And why is there the word messenger? Is this messenger a person or is this messenger an object? Admiration, maybe. Okay, this messenger is a person. So probably it is a person who has brought an amulet, a flower, to tell about a dead lover. Or it could be a or the rose could be a messenger, and it could be sent as an amulet to tell the narrator about somebody's love for her. Okay, let's look at the poem and see, let's look at the first part of the poem and check if your guesses were correct. Let me read it aloud to you. Okay, it's better to write a mind map first. Да, mind maps очень хороший прием, который тоже помогает вот эти вещи делать. Мы с вами делаем устно, но с учениками лучше сделать визуально. Okay. A single flower he sent me since we met. All tenderly his messenger he chose. Deep-hearted, pure, with scented dew still wet. One perfect rose. I knew the language of the floweret. My fragile leaves, it said.
his heart enclose. Love long has taken for his amulet one perfect rose. So this is the first part of the poem. So what do you and there is one more stanza left. So what do you think the last stanza of the poem is going to be about? So tell me, please, how would you describe the atmosphere of the poem in one word? Is it romantic? Is it sinister? Is it gloomy? Is it happy? Okay, they parted, farewell, sad. And why do you think they parted? Why do you think it is a sad story? It's really interesting. It's really interesting to see what makes you think so. So a man has sent a woman a flower. She knew that this means love. So they probably married. Or perhaps not everything is so simple as it seems. They're very different. Okay, could be. Now let's look at the ending of the poem. Why is it no one ever sent me yet one perfect limousine, do you suppose? Ah, no, it's always just my luck to get one perfect rose. Okay, so where your guess is correct? Okay, so let's look at the entire poem once again. Now, what traits of character do you think the author of the poem has, and why do you think so? A single flower he sent me since we met. All tenderly his messenger he chose. Deep-hearted, pure, with scented dew still wet. One perfect rose. I knew the language of the floweret. My fragile leaves, it said, his heart enclose. Love long has taken for his amulet one perfect rose. Why is it no one ever sent me yet one perfect limousine, do you suppose? Ah, no, it's always just my luck to get one perfect rose. Okay, so do you think the author of this poem is kind and generous? Is she happy to have received that rose, or does she want something else? So she is not kind and generous, she is sarcastic. She says, oh, just my luck. Не везет. So what does she want to get? She wants one perfect limousine. Okay, so she wants money. So she's practical. She's sarcastic. She's down to earth. Okay, she's egoistic, as Putamatra Jabava says. But at least you can tell. Now we are making inferences. So you see, we see the information in the story. But now we're making inferences. И вот теперь мы как раз дошли, снова переключаясь на русский язык. Теперь посмотрите, мы начали извлекать смысл из стихотворения. И мы видим, что вот мужчина как раз он добрый, он о любви говорит, он ей традиционный символ, он такой романтичный-романтичный, а ей романтика, в общем, не очень-то и нужна. Она хочет какой-то подарок, который ей больше пришелся бы по нраву, правда? Да? Вот. Но лимузин ей никто никак не присылает. Ей все шлют и шлют розы. И она говорит, не везет мне. Вот такое стихотворение. Коллеги, то есть посмотрите, мы с вами сейчас проделали именно смысловое чтение. И посмотрите, как мы с вами стали сразу смысл извлекать. Как вы считаете? И вот уже посмотрите, мы уже в будущее начали заглядывать. She hasn't met her love yet. То есть подожди, женщина, вот полюбишь, тогда тебе на лимузины будет плевать. Что может быть, кстати, и правда. Но посмотрите, пожалуйста, как вы считаете? Такого типа задания на смысловое чтение, они интереснее, чем просто на извлечение информации, или они не такие интересные? Они интереснее. Причем посмотрите, как они стимулируют обсуждение. Вы же начали сразу, и что дальше произойдет, и какая она. И вы видите, что каждый немножко по-разному интерпретирует. И если в классе найдется ученик, а он, скорее всего, найдется, который скажет, ну и правильно, нечего тут цветы слать, пусть лучше подарки нормальные шлет. То и такое тоже может быть. То есть посмотрите, как сразу мы начали работать, на скольких планах мы начали значение стихотворения анализировать и сколько мы смысл начали извлекать. Правда же? Это действительно интересно. А как вы считаете, вот если мы возьмем достаточно простой текст,
Мы здесь с вами совсем не говорили о стилистике. На самом деле первые два четверостишия, они очень традиционные, очень поэтичные, очень романтичные. И слово «flower» с апострофом, это говорит о том, если бы мы стилистику начали забирать. Это, знаете, вот как «о», например, вместо «о» пишут, чтобы размер сохранить и прочее. То есть они подчеркнуто поэтичны, чрезмерно даже. То есть автор готовит вас к одному в этом стихотворении, что вот это будет такое традиционное стихотворение о любви, вот как у нас «роза, греза, слезы», традиционные рифмы и прочее. И в конце вдруг, как уши от холодной воды, на вас выливает про лимузин. То есть вот этот контраст, он сразу делает стихотворение интересным, правда же? На самом деле, вы знаете, те стихи, которые вам показывают эти поэты, и Дороти Паркер, блестящая американская поэтесса, была великолепной просто, и Сара Тисдейл, великолепная поэтесса. Вообще очень много можно из литературы интересного привести, там есть что почитать. А действительно, конец неожиданный, абсолютно неожиданный, поэтому я так и развел на разные слайды. Как вы считаете, например, старшеклассники ваши, осилили бы такую работу со стихотворением? Вот прямо те готовые вопросы, которые я придумал вчера к этому стихотворению. Осилили бы, скорее всего. Ну, помогли бы вы, например, им там, дали бы словаре какое-то стихотворение, какое-то слово посмотреть. Например, tenderly, да, scented dew, может быть, не поняли бы. Но все остальное абсолютно простое. Даже слово fragile они поймут, потому что на коробках с бытовой техникой пишут fragile. И вот это вот изображение рюмочки. Это они знают, скорее всего. То есть большинство действительно осилило бы. Но посмотрите, как интересно получается. Смысловое чтение стимулирует сразу обсуждение, потому что возникает разница во взглядах. Давайте мы посмотрим еще на примеры смыслового чтения. Я вам показал, как только вероятностное прогнозирование, к какому оно может вести глубокому интересному анализу. Что еще может помочь? Еще может помочь поиск ответов на вопросы. Но не просто кто пришел, что сказал, куда он пошел дальше, а вопрос, который требует реконструкции смысла. То есть ответы, на которые разбросаны по нескольким частям текста. И для того, чтобы ответить на вопрос, нужно прочитать, поискать его в нескольких частях, нескольких частей информации и затем ее интерпретировать. Мы сейчас еще раз посмотрим с вами на начало первой главы книги «Barbara in Brittany». Но давайте, я приведу уже на экране без аудиокниги, просто текстом. Давайте мы с вами попробуем ответить на вопрос. What kind of person was Aunt Anne? Итак, у нас будет два кусочка. Поэтому, коллеги, смотрим первый слайд, вот этот вот, это начало главы. Я вас попрошу сейчас, если у вас есть перед собой лист бумаги и ручка, пометьте, пожалуйста, то, что заставляет вас сделать такой вывод. Что это за человек Aunt Anne? Но обратите внимание, помните, мы когда слушали, нам интонация помогала, когда мальчик разочарованно сказал tomorrow, и потом уже говорит it's really rather hard lines in the holidays too. И Барбара говорит I know it's a little hard. То есть мы не читаем, мы не пытаемся понять весь текст, мы только ищем информацию о том, что же за человек вот эта вот тетя Энн, пусть даже мы пока ее глазами детей видим. Напишите мне, пожалуйста, как только вы для себя какие-то вещи пометили. Кстати, там вот хорошая идея, то, что Наталья делает. Давайте в чате тоже писать сразу, чтобы у нас не пропало. Dreadfully particular, то есть очень ужасно педантичная эта персона, правда? Hard lines, то есть плохая новость для детей, то, что тетя приезжает, да еще и завтра, правда? Еще посмотрите вот эта фраза. She went away with a bad opinion of us last time. A worried look, как только дети узнают о том, что она собирается приехать. То есть посмотрите, сколько вещей. Мы уже можем сразу сказать, что это за человек. Вот Марина Константиновна пишет angry. Действительно, она, скорее всего, не очень приятный человек, правда? Но мы пока ее видим глазами детей. Давайте посмотрим ее в действии. Вот она приехала. Это чуть-чуть попозже, буквально на полстранички ниже этой главы. Unkind, вполне возможно. И посмотрите. Вот она пытается с этими детьми говорить. И у нас, посмотрите на текст, давайте выберем тоже моменты, которые описывают ее как персонажа, как человека. Дети говорят, we seem naughty. То есть не сами они себя хуже ведут, а просто в ее присутствии вдруг начинает казаться, что они очень непослушные. Итак, she was feeling almost as much embarrassed by the presence of so many children. Да?
Sense of duty у нее тоже важная вещь. И она пытается совсем с маленькой девочкой завести разговор с племянницей, которая только-только учиться начала. И вот последняя фраза, которую тетя сказала. То есть, да, Lucy looked solemn, то есть ребенок торжественно пытается выглядеть в ее присутствии очень официально, правда же? И вот тетя ей задает вопрос. Her sense of duty was strong, and she began to make conversation. То есть она по обязанности, она вынуждена пытается поддержать хоть какой-то разговор с племянниками, но she was feeling almost as much embarrassed. То есть она в такое смущение пришла, она не знает ни что с племянниками делать, ни о чем с ними говорить, но просто из чувства обязанности пытается хоть что-то сказать. И она не находит ничего лучшего, как задать вопрос самой маленькой девочке, что она делает на уроках. Девочка рассказала, что они историей занимаются, а какая у тети реакция? Она ее похвалила? У нее последняя фраза. I should have thought writing was more suitable for a little girl like you. Она действительно, she likes to make negative comments. Может быть, ей нравится, может быть, она от смущения не знает, что еще сказать, но она ее не просто не похвалила, она ее еще и припечатала, говорит, a little girl like you. И сказала, в общем-то, она еще и обругала фактически эти занятия, сказала, что девочка чем-то неподходящим для нее совершенно занимается. Ну, может быть, не столько жалуется, complaining, я реагирую на то, что Марина Константиновна написала, но, тем не менее, какой-то вот негатив. Итак, коллеги, возвращаясь к нашей теме, то есть мы прочитали два кусочка из текста, из первой главы, это буквально полторы, на первых полутора страницах книги, и у нас уже портрет этой тети Н рисуется. Итак, как вы считаете, что это за человек? Я, кстати, еще скажу. Тут мы узнаем из первых же строчек. She doesn't like kids. Правильно. Она детей не любит, и она с ними обращаться еще и не умеет совсем. Правда же? Мы просто видим из ее поступка, она абсолютно не умеет обращаться с детьми. Скорее всего, у нее своих детей нету, потому что опыта нет. Ничто сказать не знает, никак реагировать. Дети в ее присутствии чувствуют себя плохо. Она очень строгая, скорее всего. Далекий от детей человек, но зато sense of duty. У нее очень четкое ощущение обязанности. И она с детьми по обязанности общается. А как вы считаете, захотели бы дети с таким человеком проводить время? Конечно, нет. Вы знаете, а история с чего начинается? На самом деле у этих детей, они живут с мамой, папа у них умер. Да, некоторое время назад внезапно, а тетя Энн – это сестра их отца. Но она на их отца, на покойного, очень не похожа. Барбара – старшая дочь в семье, она помогает маме заботиться о младших, делает работу по дому, плюс учится в школе. И тут приезжает эта тетя, и вы знаете, что происходит? Тетя заявляет, опять же, движима тем же самым sense of duty, strong sense of duty. Она заявляет, что надо заняться детьми, что вот никак их не может воспитать, жена ее покойного брата. И поэтому тетя заявляет, что она собирается взять Барбару с собой во Францию, чтобы Барбара попрактиковалась во французском языке и вообще немножечко научилась бы себя как следует вести. Как вы считаете, Барбара пришла в восторг от перспективы уехать с этой тетей на каникулы во Францию? Вот, кстати, интересное мнение то, что пишет Вера Аверина, she is young and self-confident. Нет, конечно, не пришла в восторг, потому что мы видим уже, что из себя тетя это представляет. На самом деле книжка очень интересная. Она довольно простым языком написана, как вы видите, то есть ее старшеклассники вполне осилят. Главы короткие, и там целая серия забавных приключений начинается, когда они отправляются, и в конце книжки не только Барбара подружится с тетей, но еще и Барбара себе найдет хороших друзей, а тетя себе найдет жениха во Франции. Как вы считаете, интересная книжка? Вот действительно, то, что пишет Ирина, it is not her wish, it is her duty. То есть она с ребенком как с предметом обращается, с чувством должности. Вот поэтому, коллеги, если вас это заинтересовало, я думаю, это то, что можно как раз
Действительно, мы видим, как они обе меняются. И Барбара учится в тете что-то видеть человеческое, и тетя учится человеком быть, по сути. То есть книга действительно интересная. Это из серии Tuttle Junior Classics. То, что в электронном виде просто книга плюс отдельно аудиокнига 65 рублей стоит, а книга со встроенным звуком 100 рублей. Просто для того, чтобы показать, что что-то можно использовать, например. А еще один прием чтения смыслового – это критическое чтение. Например, когда мы читаем что-то, обычный информационный текст, мы не просто воспринимаем информацию, а дети учатся эту информацию оценить. Они отмечают, например, ставят 2 плюс или какой-то еще один знак, другой, можно договориться, соответствует тому, что я знаю. Например, мы читаем текст про какие-то открытия в космосе или достижения технологические. Ставим плюсики там, где мы знаем что-то. Какой-то знак ставим, когда эта информация новая для меня оказалась, как для читателя. Ставим минус, если это не соответствует тому, что я знаю, а я знаю по-другому. И вопросительный знак, что надо бы это обсудить, или вопросы позадавать, или сказать, что не согласен и прочее. Вот здесь это тоже приемы помогают из информационного чтения сделать смысловое, то есть начать осмыслять то, что мы читаем. И еще один прием критического чтения, он более известен, более популярен, он попроще, наверное. Это когда во время чтения ученики отмечают информацию. Например, знаю эту информацию, она для меня не новая, эта информация для меня новая, а вот об этом хотел бы узнать побольше. И ничего страшного, если о чем-то даже особо побольше и не узнали из этого текста. Главное, чтобы желание появилось что-то узнать. То есть это опять же появляется смысл и начинаем мотивировать. Как можно контролировать смысловое чтение? Вот здесь важно понять, что основное внимание контроля не на том, сколько информации ученик освоил, а на том, как он ее интерпретировал. И самое главное, насколько аргументированно он эту информацию интерпретирует. Задания могут быть такого типа. Например, match the characters and the descriptions of their personalities. Explain your choice. Например, как в случае с книгой Barbara in Brittany. Мы даем описание трудолюбивое, заботливое, любящее. Это будет Барбара. Высокомерная, неловкая, не знает, как вести себя с детьми, a strong sense of duty. Это будет понятно, что тетя. Но это нужно будет объяснить. А объяснить это как раз примеры приводим прямо ситуации, которые в тексте прочитали. Другой пример может быть такой. In the following list, take the topics, which are not present in the story. Берем, например, стихотворение, вот как то, что мы брали, One Perfect Rose, там у нас какие темы? Любовь, материальные ценности, романтика, да, и, например, природа, там, ботаника или садоводство. Даем список, и дети должны будут отметить, например, там ничего про садоводство не говорится, хотя стихотворение называется One Perfect Rose и так далее. Вопросы на контроль смыслового чтения будут выглядеть вот так. Не что, например, тетя сделала, а таким образом, Aunt Anne didn't laugh. Why? И нужно объяснить, как вы считаете, почему она не смеялась над тем, что детям казалось смешным. She did a strange thing. Why did this thing seem strange? То есть, почему же это было странным? Может, это не странный вовсе поступок, но с ее стороны он был странным, она никогда так себя раньше не вела. Еще один прием, когда мы делаем аннотацию книги или мы создаем то, что называется book trailer. Book trailer – это коротенькое видео, буквально на полминуты, где дети рассказывают, о чем эта книга. Могут картинки какие-то показать, то есть как реклама фильма бывает, film trailer, а это book trailer. Либо еще один вариант, мы передаем содержание в другой форме. Это может быть инфографика, это может быть демотиватор, то, что дети очень любят делать, это какая-то забавная картинка. Это может быть комикс. Это может быть какое-то оценочное суждение, главное, чтобы оно на фактах было основано и так далее. То есть мы передаем, это хорошо работает с короткими рассказами, со стихотворениями, с отдельным кусочком, отрывком из произведения, с более длинного. Кстати, вот несколько бесплатных ресурсов, которые можно использовать для того, чтобы создавать с детьми такие моменты. То есть мы фактически говорим о проектных работах. Посмотрите, для создания демотиваторов вот такие вот сайты. Вы выбираете готовые там картинки, помещаете, придумываете текст, и вот у вас уже все готово. Вы можете создавать инфографику, любую информацию. Посмотрите, вот эти бесплатные тоже сайты canva.com, infogram.com. Их можно использовать для того, чтобы передать информацию из текста таким образом. А для того, чтобы ее передать, здесь же не только информационное чтение, а смысловое. Мы выбираем, какая информация ключевая, какая наиболее важная, какую впереди расположить, какую после. Можно создавать комиксы или storyboards, или даже мультфильмы. Вот несколько сайтов. tunzu.com,
randaforest.com, tunitool.com и так далее. Алена Евгеньевна, кстати, проводила вебинар чуть раньше, рассказывала о таких способах создания анимации. Посмотрите этот вебинар, если вам интересно. Она прям показывает конкретный пример. Вот мы так берем, и вот у нас создается комикс. Вот как мы это делаем. Еще раз подчеркну, это все ресурсы бесплатные. То, что можно использовать. И самый главный вопрос, а когда же вот этим смысловым чтением заниматься? Когда нам надо лексику учить, нам надо грамматику, нам надо к ЕГЭ готовиться к тому же. Но на ЕГЭ, кстати, вспомним, последнее задание, третье, оно и включает в себя часть заданий на смысловое именно чтение. Там недостаточно просто найти информацию, надо интерпретировать. А для того, чтобы дети интерпретировали, мы уже посмотрели, как можно этого добиваться, какие приемы использовать. Что можно использовать на уроках? Если задание к текстам в учебниках есть на смысловое чтение, это замечательно. Если нет, я вам показал уже определенные приемы, как это можно сделать. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть, ничего здесь нового для нас с вами нет, я просто свел все в некую единую логическую структуру. Можно использовать тексты для домашнего чтения. Не обязательно иметь отдельный какой-то вид, урок для домашнего чтения. Можно просто давать тексты на дом и давать такого рода задания, как я вам показал, опять же. Можно делать проектные работы, можно делать веб-квесты. Веб-квесты вообще великолепно помогают осмысливать информацию, выбирать важные и прочее. У нас, кстати, сегодня начинается на форуме мастер-класс бесплатный веб-квесты на уроке английского языка. Сегодня в 15:00, по-моему, его ведущий выложит информацию первую для группы. Набор в группу уже закончен, сразу хочу сказать, но можно принять участие неофициально, потому что вся информация будет доступна. И, наконец, во внеурочной деятельности. Можно создать, например, клуб английской литературы, если просто читаем на английском. Можно создать театральный кружок, потому что для того, чтобы поставить какую-то сценку, все равно надо понять, а что это за персонаж, а почему он такой, что является движущей силой мотивации для его поступков и прочего. То есть очень много таких моментов. Потому что, например, даже просто разыграть сцену приезда тети Н к детям, нужно понять вот из этого примера, из этой книги, какой персонаж тети Н, почему она так ведет себя, как она должна держать спину, как она смотрит на детей, каким тоном она с ними разговаривает и прочее. А для этого как раз смысловое чтение и требуется. Уважаемые коллеги, скажите мне, пожалуйста, мы уже подводим итоги сегодняшнего вебинара. Что для вас на сегодняшнем вебинаре было полезным? И было ли что-то вообще? Итак, было интересно, уже хорошо. Понравилось обсуждение стихотворений. А мы как раз, коллеги, вот мы задание именно показывали на смысловое чтение, просто на примерах стихотворений. Про интонацию, интересные приемы, очень хорошо. Кое-что в памяти освежили. Полезные ссылки. Ну что ж, коллеги, почему я про это спросил? Shadow reading – это действительно хороший прием. Причем это тот прием, который от вас не требует времени. Задавайте на дом. Есть аудиозапись, есть книга. И хорошо, я думаю, что ну уж 100 рублей на книжку можно найти в конце концов. Задаем детям читать вот такой-то кусочек, повторять за диктором, и вы не заметите, как постепенно на это много сил и времени не надо. 15 минут и все, в неделю хотя бы. Но если это делать каждую неделю, то когда дети придут на ОГЭ и на ЕГЭ, у них проблем с чтением вслух практически уже не будет. Вот такие вот моменты. Прогнозирование – очень важный механизм на самом деле. Потому что от этого зависит наше понимание. Прогнозирование формируется только тогда, когда мы уже начинаем осмысливать то, что мы читаем, а не просто ищем информацию судорожно. И это важные моменты. И самое главное, я пытался вам показать упражнения, которые будут универсальны. Они не зависят от учебника. Они не очень даже зависят от класса. Потому что такого же рода обсуждения, не могут дети по-английски пока еще говорить. Можно какие-то моменты обсудить по-русски. Ничего страшного в этом нету, может быть. Это можно с любым текстом. Это практически даже в начальной школе можно использовать, хотя я все-таки вебинар назвал 5-11 классы, потому что какой-то словарный запас уже нужен. Но все равно, даже, например, что там увидел зайчик, куда он побежал после этого и почему, всегда можно задать такой вопрос. Коллеги, я просто вот еще что хотел сказать. У нас сейчас готовится программа онлайн-тренингов и онлайн-курсов.
Я на прошлом вебинаре говорил, но поскольку на прошлом, понятно, что не каждый был, люди приходят по теме, мы получили лицензию на образовательную деятельность. Поэтому мы теперь за онлайн-курсы и за серии вебинаров сможем выдавать свидетельство о повышении квалификации установленного образца. Более того, нам постоянно задавали вопросы, почему сертификат, я вам сейчас буду сертификат давать, нам постоянно задавали вопросы, почему сертификат только в электронном виде. Вот. Но то, что он в электронном виде, ничего в этом страшного нету, но многие говорили, что сертификат нужен не в электронном виде, а на бумаге с печатью и прочее. Коллеги, вот мы готовы давать сертификаты на бумаге, но поскольку все равно сама пересылка по почте и бумага чего-то стоит, то и потом печать все-таки живая должна быть там, где указан номер лицензии на образовательную деятельность, то такие сертификаты, ну, я думаю, что вот эти вебинары, они, наверное, будут платными, но я думаю, что, опять же, ну, цена какая-то должна быть разумной, порядка 100-200 рублей, не больше. Так что постараемся вот так делать. Кстати, скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, у кого-то из вас есть желание принять участие в таких именно онлайн-тренингах? Я бы, например, предложил бы сделать вебинар по смысловому чтению, где мы сами с вами разрабатывали бы задания. То есть мы не просто провели бы вебинар, а вы все ушли бы, имея на руках готовую разработку для конкретного вашего класса. Поэтому я думаю, что мы такую серию сделаем уже, надеюсь, с конца июля. То есть, может быть, на последней неделе июля, в августе будет точно. Так что такие варианты будут. Ну что ж, коллеги, есть информация на форуме englishteachers.ru дополнительная, и она там будет появляться. Я сейчас вам дам код для получения сертификата. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Так, все правильно. Да, я сейчас копирую код. Итак, вот перед вами на экране информация о том, как получить сертификат. Да, по электронной почте, конечно, мы обязательно сообщим о дополнительных вебинарах оплатных. Более того, на englishteachers.ru появится отдельная вкладка. Мы еще не придумали, как ее назвать точнее. Или обучение она будет называться, или онлайн-курсы, или как-то еще. То есть вот такая информация появится. И прямо там можно будет выбрать конкретные вебинары, тренинги, на которые можно будет записаться. Это будет совершенно отдельная страница, где полностью информация будет. Регистрация точно такая же. Оплата, вот те самые 100 или 200 рублей, их можно будет провести точно так же, как когда вы приобретаете в интернет-магазине что-то. Ну что ж, уважаемые коллеги, ссылка на сертификат, который мы за этот вебинар сегодня даем, действует всего 3 часа. Поэтому я вас прошу скачать сертификат сейчас и напишите, пожалуйста, получили вы его или все ли у вас в порядке, смогли ли вы его получить. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое тогда за ваше внимание, за то, что вы потратили время. Я этот вебинар буду сегодня опять проводить в 5 часов, поэтому если у вас есть какие-то ваши коллеги или знакомые, которым вы считаете полезно будет послушать, напишите им о том, что этот вебинар будет. Ссылку для входа можно будет найти на форуме englishteachers.ru, поэтому можно заново все это дело посмотреть. Вернее, вашим коллегам не заново, а с самого начала. Ну что ж, спасибо большое, коллеги. Тогда мы вебинар заканчиваем. Я вижу, что у вас все в порядке с сертификатами. Это самое главное. Спасибо. До свидания.